Не только науковыми пошуками живе студентская супольность. Яркости и позитиву дадал минулому буднему вечеру региональный этап конкурсу «Королева весна-2017». 13 обаяльных студенток повинны были уразить глядачов своей прихожостью, грацией и талентом. Кто завоевал корону пероможцы и путевку на республиканский этап, ведая Ганна Каральчук. У гримерках властивая конкурсом метусня, а пошни пришитый гузик, отпрасованный костюм, коррекция прически и мейкапа. У девчат все повинно быть бездокорно. Перед удельницами, будучими медиками, инженерами, наставниками и экономистами, стоит непростая задача – показать свою квитнеющую весновую прихожость, а так само сдивить творчими номерами. Для меня самое сложное, наверное, это было сделать визитку, потому что нам дали всего лишь одну минуту, нас ограничили во времени. Как говорится, рассказать о себе за минуту, порой это бывает очень трудно. Я не думаю о победе, я прежде всего думаю о том, как мне хорошо выступить, достойно на сцене. И от того, что я участвую, это уже какая-то маленькая победа для меня. Быть сильной, красивой, обаятельной девушкой, во-первых, это те качества, которые должны быть у настоящей королевы. Она должна всем нравиться, излучать улыбку, вот, быть настоящей. Организаторы конкурсу зробили ставку на то, как представить жаночую прыгажость, как сукупность внешних даденных, духовных, интеллектуальных и творчих якостей. Первое знакомство журы с удельницами отбылось под час конкурсу визитовок. Не меньше разил и творчий конкурс, вокал, хореография и навод театральное майстерство. Глядачам и журы так само представили видеоролики презентации, которые удельницы подрыхтовали специально до конкурсу. Упрыгожением вечера стали дефиле в дизайнерских костюмах под живое выконание песни «Песня дива» Виталем Сычевым, а так само традиционный финальный выход у вечерних сукенках. Головная интрига раскрылась у конца вечера. Третье место заняла Катерина Беловусова, студентка ГДТУ имя Павла Сухого. Первой вице-ми стала Кристина Спирина, представница ГДУ имя Франциска Скарины. Корону переможца отримала Даяна Гурина, якая представляла Гомельский державный технический университет. Остатние конкурсантки отримали узнагороды у особных номинациях. Забываем, все разрывается внутри. Я до сих пор не верю, я очень счастлива. Спасибо моим родным, спасибо моим любимым одногруппникам, моей сестре, моей самой любимой семье, это в первую очередь моему любимому человеку. История республиканского конкурса «Королева весна» распочалась больше, как 20 годов тому. Переможца сёлетнего областного этапа у мая представить наш регион на республиканском этапе конкурса у Минску. РСМ – это Российский союз молодежи. Мы проводим с ними международный конкурс красоты, где Республику Беларусь будет представлять победительница республиканского этапа «Королева весна». Это не первый год такая форма участия, но представительницы Гомельской области пока на уровень международный еще не выходили. Надеемся, что в этом году, может быть, получится. Ганна Каральчук, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».